Ведьмака сейчас заценим. Ух, РПГ. Ну, с другой стороны, что там уметь? Сейчас найдем эту цель. Ха, одни катсцены за пару часов пройду. Так, это что? О, еда. Лечение? Хм, сгодится. Только с атаками разберусь и... О, удобцы. Сейчас я иду на поляну. Вот теперь ешь самое время. Никак вы не научитесь. Блин, аж вспотело. Чё так сложно-то? Ну и где лут? И зачем мне? Как зачем? Для эликсиров, хотя гадость та еще. А ты еще что за горы? Я тут играю вообще-то. Если что, я ей помочь могу. Читы нагуглить, например. Бред какой-то. Курица что ли протухла? Но мозги у томцев пригодятся. Пришла пора наведаться к старым друзьям Новиград. Может, они что про Цири слышали? Позови меня с собой. Шевелись, молотва! Сударь, на хлеб, сударь. А ничего, что он рядом с мешком еды сидит? Кто это тормозит? Русалкины титьки. Седой, а не старый, вот же диво. Эй, мужик, помощь нужна. Мы свои проблемы решаем сами. Не Новиград, а деревня дураков. Кстати, о дураках. Лютик, эй, лезай. Чё? Чё там? Вот это баг. Геральт, а ну-ка разгони их. Эй. А ой, напряжь. Это вот что сейчас такое было? 34-й уровень? Что за ебать? Вот честно, никогда этого не понимала. Еще раз увижу, ноги повыдергиваю и обратно в гузло засажу. Зор! Геральт, теперь не вышло! Вам лишь бы выпить. Геральт, кто это с тобой? Тоже слышишь. Познакомишь? Золтан, я Лютика ищу. Где он обретается? Как обычно, в обществе мамзели. Вот только где, я тебе, пожалуй, не скажу. Попробуй Шане спросить, она его недавно видела. Заглядывался стервец на ее ученую степь. А она ему дала два отборных леща по морде. Сугубо в лечебных целях. Спасибо, дружа. Бывай. Ну, бывай, Гер. Белый хлад идет, костями чую. Но тебе ты чего? Не знаешь, каково в промерзлой халупе на старости лет? И правда, не знаю. Добро пожаловать, дорогуша. Хорошо, что пришел. Выпей со старой женщины. Что? Но ты пьян! Неправда! Но она же сама предложила выпить. А я чего? Вон! И чтоб глаза мои тебя не видели! Вон! Что? Но ты пьян! Неправда! Вон! И чтоб глаза мои... Вон! Так, понятно. Иди трезвей. Не припомню, чтобы я тебя приглашала. Но все равно заходи, коли других гостей нет. Гостей? День рождения у меня. Что ты мне принес, родненький? Я нынче на одну красную шаль засматривалась. О, была у нас такая. Давай, сейчас она точно тебя пропустит. Убирайся! Врываешься в дом! Никакого уважения к старости! Чем я заслужила это на старости лет? Но... Игрок, не думал, что это скажу, но без читов я этого босса не пройду. Ща. А нет, отбой. Гер, сколько зим, а я это мимо прохожу. Дай, думаю, загляну к старой подруге, а тут ты, вот удача. Лютик, я слышал, ты видел Цири. Да,
Было дело. Я немного ей помог. Она держала путь на Скеллиге. На Скеллиге, значит. Идем. Да, неплохо так по городу прошлись. Лютик, жалая ты скотина. Даже не знаю, что на меня нашло. Все этот внутренний голос. Благо, здесь кузнец рядом. Щи-тащи, новый доспех сам себя не купит. Заработал варениками немного крон. Наконец-то смогу купить своей жене Гладетовой. Эльва! Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Хочу купить кое-что. Разве не продать? Ну, сорян, вариант диалога только один. А помнишь, Геральт, я тебе меч обещал. На днях он будет готов. Добро. Но ты не можешь вот так посидеть тут несколько дней. Видимо, все-таки может. Эйва, мой меч готов? Держи, им ты сможешь убить даже бога. Спасибо. Уровень слабоват. Эйва, я хочу купить кое-что. Хотя погоди, может еще пригодится. Вот ведь эльф. И что теперь? Искать Цири, а потом Дегоховну в Каэр-Моркине закапывать. Нет, я слышал что-то вроде пророчества. Может, тебе пригодится. Когда придет белый халат, в час презрения, в час волчьи бурги, не ешьте желтый снег. Спасибо, друг. Все, еще одна катсцена и спать. Здесь словно ничего не изменилось. Я так скучала. А я ведь говорила, что выброшу эту кровать в окно, если найду еще хоть один рыжий волос. Нет. Если я снова найду в твоей бороде бороду, тогда я твои засуну. Йен, это не считается. С каждой из них я все равно думал о тебе. Однако, чучело единорога для особых случаев я все-таки захватила. Но как при обороне Каэр-Морхена нам может пригодиться чучело единорога? Цири, это слишком древняя магия. Тебе еще многому предстоит научиться. Пойдем. Геральт, Цири, я вижу, все получилось. А значит, время опрокинуть по кружечке Вахакамского. Весемир и Эски – отличные мужики. Тоже не откажутся. И там еще тот, смурной, с кабаньей мордой. Как бишь его? Золтан, хочешь стих? Ламберт, Ламберт. Все, бегаю потом. Надо спать, а то завтра в универ к 8. То есть как уже полдень? А какой сейчас год?